Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню космонавтики, проводится в Саратове в 36-й раз. Протяженность трассы 40 километров. Старт будет дан здесь, на площади перед консерваторией. Затем спортсмены пробегут по проспекту Кирова до улицы Горького, потом по Московской до моста и в Энгельский район на место приземления Юрия Гагарина. Дистанция почти марафонская, не хватает 2 с небольшим километров. Чтобы просто дойти до финиша, нужна отличная форма, такая, как у участника сегодняшнего пробега Юрий Александрович. Юрий Александрович, в прошлом году был установлен мировой рекорд на марафонской дистанции 2 часа 3 минуты 38 секунд. Вы способны побить этот мировой рекорд? Вы знаете, я за рекордами только в холодной воде устанавливаю. А сейчас просто без здоровья, чтобы, как говорится, молодежь воспитывалась, я решил, значит, ну, пробежать. На протяжении всего кросса спортсменов будет сопровождать карета скорой помощи, потому что во время гонки может случиться что угодно. Давайте спросим у врача скорой помощи, что может случиться с спортсменами во время бега. Ну, во-первых, могут произойти различные травмы. Кто-нибудь может подвернуть ногу, упасть. Могут быть сердечные приступы, повышение артериального давления. Стать участником движения мог любой желающий. Я, конечно, одет не по форме, но присоединюсь к этому движению. Меня хватило только на пару километров пробежать такую дистанцию. Без хорошей физической формы почти невозможно. Впереди еще 30 километров. Мы, к сожалению, не узнаем, кто выиграет этот кросс и как закончится этот кросс. Но на финише всех участников будет ждать отдых и развлекательная программа. Роман Гальперин, Александр Королев. Новости, телеобъектив.